За взрыв в краснодарской двухэтажке ответят работники Краснодаргоргаза. Уголовное дело в отношении мастера абонентского отдела и слесаря передали в суд. По версии следствия, летом прошлого года они подключали к газоснабжению частный дом на Интернациональном бульваре. Закончив работы, специалисты не проверили кран газоснабжения. Работы провели в нарушение требуемой инструкции, не удостоверились, что отсутствует утечка газа, после чего покинули место работы. Впоследствии, буквально через два дня, 12 августа, в дом, в домовладение приехал родственник семьи, которая на тот момент отдыхала на море, и включил кран с водой во дворе. В результате того, что кран работал от насоса электрического, возникла искра от насоса, который находился в подвале дома, произошел взрыв. В результате взрыва полностью был уничтожен дом, также пострадало два автомобиля. Серьезно пострадал отец хозяина дома. Он получил ожоги и ранения. Мужчину доставили в реанимацию. Сумма ущерба более 7 миллионов рублей. Взыскать с ответчика планируют вдвое больше. Еще и за моральный ущерб. Сейчас на средства, находящиеся на расчетном счету Краснодаргоргаза, наложен арест. Точку в этой истории поставит суд. Уничтожение имущества по неосторожности группы лиц – это статья, по которой возбудили уголовное дело.